На календаре 26 февраля. В конце февраля 1872 года в Самаре установилась небывалая доселе оттепель. 26 февраля того года самарские губернские ведомости опубликовали по этому поводу на своих страницах статью. Вот что в ней в частности говорилось. Наступившее тепло не похоже на обыкновенные зимние оттепели. Небо большую частью безоблачно, дует небольшой юго-западный ветер. Температура на солнечной стороне показывает после полудня до 10 градусов выше нуля. 75 лет назад, 26 февраля, послевоенного 1946 года в Куйбышеве, так тогда называлась Самара, и в Сызрани началась коммерческая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями. Население восприняло эту новость благожелательно, поскольку это привело к снижению цен на хлеб на местных рынках. Ежегодно 26 февраля во многих странах мира отмечается оригинальный праздник – День неторопливости или медлительности. Его лозунг – «Не торопись и насладись моментом». В народном календаре сегодня Мартинианов день. Этого святого на Руси считали укротителем страстей. Ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов. Для этого дня существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, то весна будет холодной и долгой. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся 26 февраля в истории. Прекрасного настроения вам и удачи в делах!